Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор второго заказа из каталога номер 3 компании Oriflame. Это второй заказ на 150 баллов, первый был на 430, итого в сумме 580 баллов, и это только полторы недели каталога прошло. Что я хочу сказать, очень люблю я каталоги праздничные, потому что очень много заказов, все сами звонят, просят, пишут смс-ки, что им нужно заказать, я только успеваю относить. Итак, посмотрим, что в заказе. Буду сначала все сверху доставать. Все под заказ, по-моему, здесь даже нет моей личной продукции. Это жидкое мыло для рук, лимон и вербена. Посмотрите, какая красивая упаковка. И серия полноценная. Есть еще также лосьон для тела. Посмотрите внимательно. Это один из моих любимых продуктов. По-моему, он даже у меня в топ любимчиков входит. Далее, скраб из серии Optimal для лица. Кстати, многие спрашивают про скрабы. И я хочу сказать, если вам полюбился скраб Novage, такой розовенький, который сняли с производства, попробуйте Optimal. Они похожи. Он тоже такой мягенький, кремообразный, приятные отшелушивающие частички. Мягкий, то есть он не царапает, такой щадящий, нежный пилинг. И очень красивый флакончик. Несколько флакончиков гелей для интимной гигиены с розовой водой. Сейчас посмотрим, сколько их в заказе. 3 должно быть. Вот так красиво оформлен, 300 мл. Надолго хватает. Гель должен быть, мне кажется, у каждого человека в доме, чтобы им пользоваться. И далее крем для рук. Кстати, крем для рук я взяла вместо платы за доставку. Очень удобный вариант, когда не платить за доставку в СПО, а выбрать какой-то из продуктов. И я взяла крем для рук, который мне очень нравится. Я уже второй флакончик заканчиваю. Недавно он тоже у нас был в каталоге. Так, это под заказ, тоже серии Optimus, молочко очищающее для лица. Обратите внимание, какие стали красивые бутылочки с дозатором. Прям обожаю всю продукцию с дозатором, чтобы не лазить туда руками. Или да, откручивать крышечку, переворачивать, тоже не люблю. Мне нравится одним легким движением руки нажать, ватный диск поставили, все, умылись, классно. Это антивозрастной уход. Так, что здесь еще есть, я буду смотреть. Несколько наборов. Сейчас достану все. Так, получается у нас отдельно крема, отдельно набора. Ага, вот так. Смотрите. Клиентка заказала отдельно 3 крема для рук из новой серии «Нежный букет» и 3 набора. А набор включает в себя крем для рук и мыло кусочек. То есть вот такой наборчик на подарок. Шикарный вариант, по-моему, можно положить в пакетик, можно просто вручить. Ну, в пакетике, конечно, всегда это красивее смотрится. Так, маленький погром устроила. Так, сейчас восстановим красоту. Вот так сделаем. И мыло. Посмотрите, как оно красиво оформлено, сразу идет в коробочке. С цветочками, с надписью, все прям. Можно просто одно мыло подарить, уже будет приятный такой подарочек. Следом идет мини-флакончик Love Potion Secrets. Кстати, один из наших любимых ароматов. Дочка моя просто его обожает, все время просит заказывать. Это под заказ, мы обычно берем большую упаковку. Очень радует, что стали делать мини-упаковки на ароматы. Потому что это очень удобно для того, чтобы с собой носить аромат, в дорогу брать или просто распробовать аромат. Потому что если берешь сразу большой, ну не знаешь, может быть он не подойдет, может быть ну, что-то разонравится или захочется другой. А маленькие легко используются, их надолго хватает. Так, здесь у нас антивозрастной крем для рук. Это новинка, тоже под заказ. Кстати, себе тоже взяла такой крем, уже им пользуюсь. Мне нравится, но я им наношу на ночь. Мне кажется, ночью особенно классно работают все кремы, так как это дорогой крем, и это серия Novage, поэтому я решила его немножко поэкономить. Дальше. 2 аромата. Все под заказ. Это новинка у нас идет. Дала клиентке 5 ароматов на выбор, ну вот как она примерно, которые она любит. И она его первый понюхала и сразу запала на него. Даже другие нюхать не хотела, но для сравнения все равно мы провели тест, и она все равно остановилась на этом аромате. Хотя она очень капризная, ей очень трудно. Даже не то, что капризная, ей просто трудно выбрать аромат, чтобы он ей подходил, чтобы было комфортно, не болела голова. А это мой любимчик.
Хэппи Дизиак, женский. У меня таких уже было два, и сейчас третий. И, скорее всего, когда он закончится, я буду его опять повторять, потому что он просто невероятный. Аромат праздника, аромат эмоция, энергия. То есть от него вот исходит такой вот настрой солнечный, позитивный, и у него вкусная ягодная нотка малины. Но для меня она почему-то звучит как свежая клубника, и я, когда его вдыхаю, у меня просто сразу такое вот счастье. Действительно, Хэппи Дизиак, он и соответствует своему названию. Так, тоже под заказ. Не буду открывать, потому что это для клиентки. Коробочка с гвоздиками. Там, по-моему, 7 пар. Очень все красивые, красиво оформленные. Можно их рассмотреть хорошо на страничке в каталоге. Классный подарочек. И я знаю, это мамочка заказала для своей дочки. Так, 2 тона. Это под заказ. Одна клиентка берет сразу 2 тона Giordani. Антивозрастной. Антивозрастная тональная основа, и она сейчас идет с огромной скидкой, всего за 399 рублей, поэтому надо брать. Так, дальше. 2 дезодоранта крема, кремовых дезодоранта антиперспиранта. Очень прикольные, кстати, кремовые, я как-то одно время ими пользовалась, но все-таки для меня удобнее форма, когда он шариковый дезодорант, мне как-то так проще, быстрее, и я остановилась на них. Так, что еще? 2 лака серии Colorbox, они у нас идут по 5 мл, но, кстати, выглядят такими пузатенькими, большими, красивые оттенки. Но я держу себя в руках, потому что в следующем каталоге будет 10 новых оттенков лаков. И они все такие прям вот классные. У меня, кстати, на канале есть видео с этими новинками. Так, под заказ 2 туши. Одна туша такая вот с двойной щеточкой. То есть у нее щеточка одна, но 2 ограничителя. То есть если мы снимаем сразу 2, то она такая пушистая, набивная. Много туши. Если мы снимаем через малый ограничитель, то у нас тушь снимается, излишки, кисточка становится более такая прозрачная, и реснички более становятся тоненькие, такие вот там, ну, как бы длинненькие, очень хорошо прокрашивают. Кстати, тушь эту все хвалят, и я рекомендую вам тоже попробовать. А это тушь 5 в 1 XXL. В зеленой упаковке, сейчас она всего 199 рублей в каталоге, но вот щеточка из туши 5 в 1 мне все-таки нравится больше, чем это. И что мне в этой туши нравится больше, чем во всех других, она смывается очень легко, полностью водичкой смывается легко, прям вот чистенько-чистенько становится вокруг глаз. Там здесь у нас смягчашки, 5 штучек. Сейчас покажу поближе. Такая красивая коробочка, смягчающее средство с ароматом розы. С маслом розы, да, с ароматом розы. Красивая коробочка, нежная розовая. Но это же все на подарки девочки берут, потому что все друг другу делают маленькие приятности какие-то. Так, здесь у нас энергоблеск, помада. Тоже под заказ. Кстати, действительно, ни одного продукта нет для себя, все под заказ. Это энергоблеск, новинка. Обратите внимание, какая-то классная помада. Всего 8 оттенков новых, потрясающий аромат. На губах она просто вот вся переливается, как будто губы усыпаны бриллиантами. И сейчас, когда уже солнце начинает припекать, весеннее, скоро лето, представьте, как будет красиво смотреться губы, особенно когда лицо чуть-чуть подзагорит. Это же вот, ну, просто фантастика. Я думаю, что снова заказать себе такую прелесть. И завершает наш обзор такая помада серии Giordani Gold. Кстати, в этом каталоге бум на скидок на помады, любые, какие хотите. И все такие классные. Но я вот больше всего люблю по упаковке Giordani Gold. Мне она очень нравится. А по качеству смотрите сами, берите пробники. Я обожаю Giordani. У меня практически с каждой серии 1, 2, а то и 3 помады. Потому что они и красивые, и на губах классно лежат. И ее приятно достать, и пользоваться. Ну, вообще, просто прелесть. Все, коробочка пустая.
На этом мы можем завершать наш обзор. Если что-то вам интересно по продукции, по использованию или какое у нее качество, какие-то рекомендации, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Если видео понравилось, полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать оповещения. А если у вас до сих пор нет дисконта на скидку 20% на весь ассортимент от компании, напишите мне. Я вам помогу оформить скидку и расскажу, как пользоваться, как делать заказы, где получать. То есть я вам помогу во всем разобраться. Все, до новых встреч! С вами была я, Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro! Стоп-видео!